И иногда требуется усилие для того, чтобы находить необходимое время для чтения. Для себя я нашел полезным составлять список книг, которые мне нужно прочитать. И когда я читаю книги, у меня есть отдельный файл, куда я записываю мысли, которые я почерпнул из этих книг. Через некоторое время я просто перечитываю этот файл. Это помогает мне запоминать информацию, которую я прочитал. И таким образом эта информация лучше усваивается и потом мною воспроизводится.